Здорово, брат. Захид решил попробовать свои силы в грузовом тарифе, но у него не было подходящей машины. Он решил, что хорошим вариантом будет взять поддержанный портер. Сейчас мы покажем, как он его покупал. Погнали! Салам алейкум всем. Ребята, вот сейчас едем покупать машину Hyundai Porter. Хочу попробовать поработать на грузовом тарифе. Вот это имеешь? Да. Ничего, не страшно? Нет, это по-любому крашеное, да? Что, впечатления есть какие-нибудь? Нет, что, вот так и будет висеть вот эти коробки? Что хотели? Тут съемка видео запрещена, блядь. Сейчас будем звонить хозяину. Впечатления какие у тебя? Впечатления, блин, неудобная машина. Может, привыкнуть со временем. А что ты говорил, хрустит что-то? Что там хрустит? Передача? Что-то, да. А передачи как втыкаются? Не, нормально передача, наверное. А сцепление? Сцепление тоже хорошее. Ну, короче, тесновато тебе тут, да? Да, тесновато. Звонил хозяину, сейчас мы договорились за 310 тысяч, но если согласится жена, то заберем. Мы приехали, вот смотрели машину, мне вот не понравился двигатель, как работает. Я просто не разбираюсь в этих машинах. Я сейчас позвонил своему мастеру, он скоро подъедет. Посмотрим, что он скажет. Если он скажет купить, мы будем покупать. Если нет, поедем дальше искать другие машины. Передумали машину покупать Hyundai Porter, вот приехали смотреть. Мне просто шум двигателя не понравился, я звонил другу своему мастеру, он приехал, посмотрел, и ему тоже не понравился, и он посоветовал мне покупать эту машину. Сделали косметику так себе, чтоб для продажи, а так у него нормальные шпаклевки, везде много чего сделано. Вот мы приехали, короче, первый портер смотреть, она не понравился. Мы сейчас едем другой смотреть. Он просто обклеенный в Яндексе. Вот поедем посмотрим по фотографии, он лучше смотрится. Сейчас поедем. Вот, короче, купили машину, которую смотрели, вот второй. Что, за сколько ты ее взял? Купил я за 410. А пробег у нее там какой? Там написано. Пробег 387. Это с земляков я купил, с Киргизии тоже ребята хорошие. Вот. Ну, будем оформлять. Ну, будем а так, работать. По впечатлениям, как она тебе? Впечатлением, она заводится идеально, все хорошо. Состояние вообще идеально. Чехлы красивые. Да, чехлы хорошие. Панелька блестит. Все, уже купили, рассчитались. И едем домой. Так вот, вчера мы купили, приехали домой, вот сегодня поехали в ГАИ и поставили на учет. И будем сегодня сейчас проходить фотоконтроль и будем подключаться к Яндекс доставку. Вот смотрите, ребят, сейчас будем грузовой будем проходить, курьера будем. А что нельзя, бля? А что нельзя? Мне это нафиг нужен. Бля, все курьеры, на этом, бля, курьера буду возить, что ли? А что, идея? Может, приложение удалить, заново скачать? Они все включены. Что делать, блин? Ну, скажи, что делаешь? Фотоконтроль. СТС-ку будем фотографировать сначала, оказывается. Так. Лицевая. Спереди будем снимать. С левой стороны будем снимать. Сзади будем снимать. Теперь с правой стороны. Все. Расскажи, вот она обклеена. Что тебе за это будет, за то, что она обклеена? За то, что обклеена Яндекс.Го. Приоритета, наверное, 5 будет плюс. Я так думаю. А вообще обклеить машину сколько стоит примерно? Дорого, дешево? 2 или 3 тысячи, наверное, стоит. Грузить сам буду пока. Грузчиков пока у меня нету. Я сам буду пока грузчиком один.
Мы все сделали, прошли фотоконтроль, мы можем уже получить заказы. Это уже будет в следующих роликах. На этом все. Всем пока.